Всем приветики. Купила тогда в прошлый раз себе 8 штук магнитов. Они мне настолько понравились, что я заказал себе еще целый набор магнитов. 30 кубиков таких вот и 30 шариков. Вот они в таких упаковочках пришли. Супер магниты от фирмы Forsberg. 30 штук. У каждого из них сила сцепления 1 килограмм. Такой вот коробочки. И шарики. Тоже заказал. Шарики вроде как и... Ну, ими как бы удобнее будет. Мне кажется, можно как хочешь расположить. Вот сейчас мы откроем. Так. Кстати, набором они стоят дешевле, чем по отдельности. Так, это получается вот так. Надо полностью отрезать. Сейчас мы откроем. Так, одну убрали сторону. И этого должно, по идее, хватить для открытия. А может и не хватит. Ого. Так, получается. Вот что здесь написано. Новинка, супермагниты, прямоугольник 5×5×5. Размер. Размер 5×5×5. Даже показан. 5×5×5. 30 штук. Сила сцепления. Экстремально сильные. Кстати, сюда вот удобно на молоток. Тогда можно гвозди все туда прилепить. Забил один, отсюда сверху взял. Забиваешь следующий. Прямоугольник. Сплав недиума, железа и бора с покрытием никель. Описание. Неодимый магнит. Марка магнита N42. Сила сцепления до килограмма. 3 штуки в упаковке предназначены для быстрого использования. Срок годности не ограничен. Вот так вот. Вот они сами магнитики. Блин, прикольно. Прикольненько. Так, и из них можно что-нибудь. Я себе тогда кубик сделал двойной, а теперь можно сделать тройной. Это получается. Блин, а их сложно это двигать. Они реально. Сила сцепления у них. Ого. Ого, прямо. Я хотел что-то типа кубика Рубика, только из квадратиков. Сделать что-то типа такого. Только... А сложно, потому что они... Они друг друга вытягивают. Сейчас. Так, ну здесь все понятно, с этим можно убрать. Распаковать и это тоже. Так, и, наверное, все-таки стоит 3 стороны отрезать, потому что когда 2, сложно открывать. Оно надо потом со всей силы рвать. И оно прямо с таким звуком открывается. Ну, то есть, все равно приходится дорывать оставшуюся сторону. А зачем дорывать? Можно просто отрезать сразу. И все, никаких проблем. Тут даже еще надпись какая-то, которой там не было. Дата производства. Так, здесь. Все то же самое, только шар. Тут прямоугольник, а тут шар. И даже кубик вырисован специально. Тоже 5 миллиметров по всему диаметру. Но сила сцепления теперь не килограмм, а всего лишь 0,41. Тоже 30 штук. Тоже можно также везде размещать. А сзади тоже сплав неодиума.
все то же самое. Только уже не прямоугольник, а шарик. И вот эта штука не здесь, а на этикетке, на упаковке. Вот, как-то так. Ну, прикольно как бы. Правда, как из этого теперь сделать кубик-рубик? Это все убрать, а то оно на фоне так некрасиво смотрится. Это будет, я не знаю, сложно, наверное. Типа три. Так, и еще три, по идее. То есть убрать и вот это. Так, три. И сверху тоже три. Надо сделать. Это получается так. И вот так. А, еще не хватает. Вот так и одного. Такой типа кубик-рубик только. Только вот такого вот плана. Во, реально круто смотрится. Такой кубик-рубик, блин, прикольно. Ну и три лишние получается. Но смотрится реально круто. Так, сейчас. А, нет, не получится. Это чтобы вспышку включить, надо останавливать. Я хотел вспышку включить, чтобы свет более красивее падал. Так. Хотя всегда можно обратиться к телефону второму. Так вот он выглядит прикольно. На самом-то деле. Вот, а и шарики. Уж прикольные такие. Все, нарушилась конструкция моего кубика. А шарики вообще, блин, прикольно. Потому что в отличие, в чем разница? Кубик ты можешь соединить только друг с другом. То есть ты не можешь его ни боком поставить. То есть никак не, вот, не так соединить. Никак-нибудь, ну, то есть под углом никак ты их не сойдешь, только ровно. И то они еще бывает отталкиваются друг от друга, потому что получается снизу у него, допустим, минус, а здесь плюс, и здесь тоже минус-плюс. И они минус с плюсом притягиваются. А если наоборот перевернуть минус к минусу, то вот он отталкивается. А у шарика тоже есть, допустим, вот сверху, например, минус, а снизу плюс, или наоборот. И если он неправильно стал, допустим, то есть, если кубики неправильно становятся, они отталкиваются друг от друга, а шарики, это же шарик, он просто перевернется с другой стороны, просто перекрутится, и ты этого даже не заметишь. И это круто. Тем более, тут можно, тут только один угол соединения, просто друг к другу. А здесь, вон, вообще можно что хочешь делать. Тут углы вообще, знаю, нет углов. Здесь можно как хочешь любые фигуры крутить, вертеть. Даже можно сделать, вот, взять. Например, сейчас. Во, прикольно. Их чутка побольше, и можно... И можно даже браслет. Ну, блин, не хватает. Ну, вот чутка не хватает. До браслета. Явно, что с кубиками так не сделаешь. Шарики прикольнее.
То есть кубики только друг другу, все, больше никак, по-другому вариантов нету. Только друг другу и друг с другом собирать такую вот штуку. А шарики, хочешь такой линией сделай, которая не раз... Ну, вот ее тянешь, и она как бы не так-то просто ее разорвать, потому что она же все-таки магнитная. То есть вот, например, как бы это показать, чтобы видно было. То есть вот, они даже, ну, по идее, не должны висеть, вот. Они тянутся друг к другу. То есть, если не на большом расстоянии, то они тянутся друг к другу. То есть, вот, реально тянутся. И это прикольно. Такие висят, тянутся друг к другу, прикольно. Опа, соединились. Блин, прикольно. Реально классно. Можно как что хочешь. Хочешь какой-нибудь там, я не знаю, сделай себе. Можно тоже кубик сделать. Кстати, тоже такой же. 3 на 3. Получается, вот квадратик уже есть. Шариками круто то, что из них можно больше фигур сделать. Потому что у них нет углов. И их можно вертеть вообще как хочешь. И в отличие от кубика, который, если неправильно стоит, будет отталкиваться друг от друга шарик. Он не будет отталкиваться, он просто перевернется другой стороной. Единственное, что из-за того, что он круглый, то будет сложно собрать этот самый куб. Потому что оно все вертится. А чтобы оно не вертится, вот оно больше такую форму принимает. Оно чувствуется, отталкивается. Но это как бы... Но все равно можно сделать. Просто надо больше времени потратить. Сейчас. Ну, в общем, я не знаю, как это делается, потому что это, мне кажется, нереально. Ну, я вообще видел, что из шариков тоже делают куб. Ну, такой квадратик, да, ну, типа такого, только побольше. И он из шариков чисто был там, я не помню, сколько их в одном ряду было, но явно не 3 побольше, а такой, ну, квадрат такой был. Шариковый квадрат такой большой. И я не знаю, как они это делают, потому что даже вот сложить так 3 к 3 не получается, потому что средние отталкиваются. И как ни крути, они отталкиваются, не получается сделать. Но я видел, делают, но я не знаю, как это этого. Может, их больше надо или что, но как-то не получается, сложно как-то. И, ну... То ли дело кубик все просто собрал, и он такой красивый. У тебя есть. А шарики? Даже не знаю, как из них куб сложить. Но шарики тоже прикольные. Но куб в плане собирания проще, лол. Прикольно. Такая вот штука. Куб с хвостиком. Вот он уже и разбирается, куб по частям. Опа. Вообще, его состояние нормальное. Это типа друг к дружке так вот сложить. Плюс к минусу, плюс к минусу. А все остальное, все, что уже делается, там все равно есть какие-то такие типа отталкивающие моменты. Типа плюс неровно к минусу становится, они начинают друг от друга отталкиваться. Вот. Ну, вообще, прикольно. Прикольная такая штука. Пособирать, поковырять. Шариками так вообще круто. Вот, просто их мало очень. А если было бы их побольше, намного больше, то можно было бы запросто что-нибудь вытворить из них. Какую-нибудь такую фигуру я там видел на картинках, там прям вообще собирают такие, прям ого. Там их, я не знаю, сколько надо, штук 1000, наверное, чтобы там вытворить те фигуры, которые они там творят.
Вот. Ну, я так взял просто, просто так, как бы, кубики у меня есть. Хотелось еще больше, чтобы сделать более большой кубик. Ну, то есть у меня есть тот кубик, который я сразу покупал. Вот он, такой вот один-одинешенек. А это уже другие 30 штук. Этих было 8, а этих уже 30. И этих тоже 30. И теперь у меня их 68, 38 кубиков и 30 шариков. Вот. Ну, по виду они одинаковые вроде бы. На вид. Просто что... На этих писали сила сжатия сцепления килограмм, а на этих уже килограмм 14. Не знаю, так ли это на самом деле. Ну, то есть, может быть, они разные по силе. Может быть, эти сильнее. А может быть, они одинаковые. Не знаю, но на вид. На вид. Они вообще полностью одинаковые. Блин. Ого. Как они схватились друг за друга. Подружились сразу. Это просто тяжело отцеплять их. Вот, так что это первый кубик, который был у меня в виде 8 штук. А это уже второй, который теперь уже будет в виде 30 штук. Ну, 3 было лишнее, как мы видели. Вот эти 3 лишние, а остальных, из остальных собирается кубик побольше. Но чем больше магнитов, тем сложнее с ними справляться. Они начинают сильно притягиваться друг к другу. Или неправильно, не той стороной сложишь, и все, они начинают отталкиваться сильно. С тем кубиком такого не было. Вот. Вот такой кубик я хотел. Я просто хотел к этому докупить 19 штук, чтобы собрать эти 8 плюс 19, 27. И собрать такой вот. Но я увидел, что в наборе 30 штук, они будут дешевле, чем эти вот отдельно 18. Ой, 19. Ну и решил. А почему бы и нет? Не взять их. Ну и взял. Вот. Из такого я хотел... Ого. Сделать такой. И теперь у меня один... Ну, то есть докупить недостающих и сделать из такого такой. То есть вот они мои 8. И наложить все остальные. Но так получилось, что я отдельно купил. Теперь у меня 2. И такой, и такой. И маленький, и большой. Но большой поприятнее выглядит, чем маленький. Посерьезнее, как бы. Вот. А из этого шара так и не получилось у меня куб сделать, потому что средние почему-то отталкиваются. И не получается из них создать то, что мне хотелось. Вот, так что я пока что их собрал в такую же фигуру, в которой они были. Не знаю, пока что еще из них можно сделать. Ну, то есть, из кубика я сразу знал, что я сделаю. Мне хотелось кубик, большой кубик. Вот. И из шариков мне тоже хотелось большой кубик, но не получилось. А, так что пока что не знаю, что из них можно сделать. Но что-нибудь потом придумаю. Из этого, из них всех что-нибудь можно, я думаю, будет придумать. А может, надо больше, не знаю. Но кубик прикольный, вот он. Как-то так он выглядит. Классная штука. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.